Отпуск на балконе, половину поеду в Союз. И он там французику встречает. Ну, мы подошли, там парень говорит, смотрим, полиция, делегация, куда все это. Молчи, там это. И он, что случилось? Где у вас Иван Путин? Что такое? Получите письмо. Что случилось? Открывает это, написано. Мне за две недели так с тобой хорошо было. Знак благодарности за свои времена. Знак благодарности. Замечательная благодарность. Документы актёвы. Где пошлины заплачены? Садись уже. И его пугают. Мы тебя с вами не уволим. А я говорю, я сам тебе не буду. Это Швеция. Швеция боролся. Курьер без барьера. Он его выиграл. Ну, такой, ты не хочешь на спор, знаешь? Ну, красавцы он такой. Ну, что, красивый парень такой. Гибкий, пластичный такой, знаешь. А там какая-то слабая. Дочка директора, хозяина концерта Вольф. Она любит борцов, ходит на турниры. Ага, да. Ну, Швеция вообще борьба популярная. Второй вид пути. Я на его, короче, говорю, пойдем покатаемся. Поехали. И она, короче, тебе на него заводит. Ну, он там.